Мария Шерер с детства изумляла близких своей непредсказуемостью. Ей прочили карьеру пианистки, но она выбрала виолончель. Поступила в Московскую консерваторию и начала играть в рок-группе. Сегодня Мария намерена удивить жюри и зрителей авторской аранжировкой хита группы «Би-2». Я не вернусь. Спасибо. Так говорил когда-то и туман, глотал мои слова и превращал их в воду. Я все отдам за продолжение пути, оставлю позади свою беспечную свободу. Не потерять бы в серебре ее одну заветную. Не по себе от этой тихой и чужой зимы, с которой я на ты. Нам не стерпеть друг друга и до войны. Мне не добраться никогда, моя безумная звезда ведет меня по кругу. Не потерять бы в серебре ее. Мария Шерер. Все-таки этот балабанов...